Дорогие друзья, у нас замечательные новости. Сегодня мы начинаем нашу 30-дневную викторину. Каждый день мы будем публиковать новое задание. Постарайтесь ответить правильно и сделать это первым. Таким образом, вы наберете наибольшее количество баллов. Правила участия очень просты. Для начала вы должны вступить в нашу группу ВКонтакте, а затем сделать репост главного сообщения. Оно будет наверху, в шапке страницы закреплено. Вот. Не в этой шапке, в смысле, в шапке страницы ВК оно будет закреплено, и вам нужно сделать репост этого сообщения. Это сообщение будет опубликовано 1 декабря. Наберите максимальное количество очков до 30 декабря и станьте победителем нашей викторины. Как будут распределяться баллы? Если вы даете правильный ответ первым, то вы получаете 10 баллов. Вы получите 4 балла, если вы тоже дадите правильный ответ, но сделаете это не первым. 1 балл за участие. 2 балла за то, что вы просто репостнули наш вопрос или нашу загадку. И за репост главного поста, в котором описаны правила участия, который как раз будет в шапке этой, вы получаете 20 баллов. Этот пост будет весь декабрь закреплен в шапке нашей группы, наверху. Повторю еще раз. Чтобы начать принимать участие в нашем конкурсе, в нашей викторине, вам нужно сделать репост главной записи, которая будет закреплена в шапке. А теперь о спонсорах нашей викторины. Babelio Books. Вас ждут десятки самых популярных в мире произведений на языке оригинала в сопровождении аудиоверсий и художественного перевода. Встроенные инструменты работы со словами позволяют освоить огромное количество новой лексики. Второе. Sherry Bobbins. Sherry Bobbins – это бренд дизайнерских подарков и декора, идея которого – вещи со смыслом. Холсты на подрамниках, постеры в рамках, подушки, открытки. Третье. Melitta. Сейчас Melitta – это международный концерн с 50 филиалами по всему миру, собственным производством и гениальными технологическими разработками в сфере приготовления кофе. Четвертое. HelloPal. Миссия HelloPal состоит в том, чтобы сблизить людей из разных уголков планеты, помогая им преодолеть одно из ключевых препятствий во взаимопонимании между друг с другом – языковой барьер. Это социальный сервис, в котором пользователи со всего мира общаются друг с другом, улучшая свои знания языков. Приложение позволяет общаться на других языках даже людям с нулевым знанием этих языков, как бы невероятно это ни звучало. Общение с другими пользователями проходит в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком. Пятое. Фотограф Кирилл Белый. Наш шестой партнер – это Puzzle English. Puzzle English – это сервис по изучению английского языка. Проект Quest SPB. Они придумали продолжение любимых сюжетов. Трилогия «Властелин колец», «Алиса в стране чудес», «Метро 2033» и «Матрица». Над созданием антуража для квестов работали профессиональные художники. Итак, какие призы вас ждут? Приз за первое место. Подписка Modern на 6 месяцев Babelio Books. Также годовая подписка на Puzzle English. Наборы из 4 открыток от Sherry Bobbins. Фотопрогулка по центру Петербурга. И сертификат на квест. Второе место. Одна подписка Modern на 6 месяцев на Babelio Books. Набор из 4 открыток от Sherry Bobbins. И пачка заварного кофе Melitta. Третье место. Одна подписка Modern на 6 месяцев на Babelio Books и набор из 4 открыток от Sherry Bobbins. Четвертое и пятое место. Одна подписка Modern на 1 месяц на Babelio Books, один сертификат на квест и пачка растворимого кофе от Melitta. Шестое место. Одна подписка Modern на 1 месяц Babelio Books и один сертификат на квест. С 7 по 10 место. Одна подписка Classic на 1 месяц Babelio Books. Итак, дорогие друзья, участвуйте в конкурсе. Первое. Вступите в нашу группу ВКонтакте. Второе. Репостните главную запись, которая находится в шапке нашей страницы ВК. Если вы не успели, не поняли, не успели за ходом нашего разговора, не услышали там какие призы за какое место, подробное описание, все, что я вам сказал сейчас, в описании под видео. Это были English Show. Пока.